Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Шины для легковых авто за последний год подорожали в среднем почти на 50%. Сейчас, по данным экспертов, средняя стоимость одной покрышки приблизилась к 7 тысячам рублей. Дефицита резины в России не ожидается, уверяют специалисты. Ушедшие европейские бренды готовы заменить, в частности, производители из Китая. Они в последнее время прикладывают большие усилия к улучшению качества своей продукции. Трасса 101. Угонщики автомобилей в России присматривают себе жертву в основном на улице. Гораздо реже машины крадут с охраняемых территорий, еще реже с парковок у торговых центров. По данным Союза автостраховщиков, с начала этого года своих транспортных средств по вине угонщиков лишились около 600 автовладельцев. Это только обращение по КАСКО. Наиболее востребованной у злоумышленников моделью в текущем году является кроссовер Hyundai Santa Fe. В зоне особого риска также Toyota Camry и Kia Sportage. Трасса 101. До конца этого года в России состоится презентация нового автомобильного бренда из Китая – «Танк». Он является частью концерна Great Wall Motor. Первыми на нашем рынке появятся модели «Танк 300» и «Танк 500», которые позиционируются как городские внедорожники с большим набором функций. Среди них, например, автоматическое торможение и ассистент движения задним ходом. Базовым мотором для кроссоверов станет двухлитровый бензиновый турбированный агрегат мощностью 220 лошадей. Стоимость машин пока не озвучивается. Трасса 101. Автомобильный завод «Москвич» в российской столице приступит к работе в декабре. Предприятие, в соответствии с ранее озвученными планами, до Нового года должно успеть выпустить 600 авто, включая 200 электрокаров. До сих пор точно неизвестно, что это будут за автомобили. С большой долей вероятности речь идет о моделях, созданных китайской компанией «Джак». Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва в перспективе может стать центром электромобилестроения. Трасса 101. Какие легковые авто продаются в мире лучше всего? По данным известной международной маркетинговой компании, первое место в 2022 году уверенно удерживает Toyota Corolla. На второй строчке находится Toyota RAV4. Замыкает тройку лидеров электромобиль Tesla Model 3. Причем спрос на него вырос почти наполовину. Также в десятке наиболее популярных моделей находятся Toyota Camry, Honda CR-V, Tesla Model Y, Hyundai Tucson и другие. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».